Георгий Семенович Исаков родился в селе Космола, ныне Павловского района Алтайского края. Затем вместе с родителями переехал в Барнаул. В июне 1942 года Георгия Исакова призвали на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. На фронт попал в августе 1943 года. В 1944 году Георгий Семенович отличился во время освобождения Румынии. 30 марта Исаков уничтожил пулемет противника, который мешал его роте продвижению вперед. А 7 апреля он скрытно подобрался к немецкому противотанковому орудию и уничтожил его вместе с расчетом. Но сам погиб. Георгий Исаков похоронен в Румынии. В 1944 году Георгий Исаков посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.